В Белореченске продолжаются работы по подготовке к осенне-зимнему периоду. Управляющим компаниям до начала осени нужно успеть выполнить самые разнообразные задачи – от наладки отопительных систем до обновления облицовки зданий. Одна из самых важных целей компании «Центр Сервис Плюс» – обеспечить жильцам многоэтажек стабильное отопление. Для этого в июле специалисты осмотрели тепловые узлы многоквартирных домов и в скором времени приступят к их промывке и опрессовке. Второй задачей стало укрепление балкона дома 11 по улице Кирова. Сейчас его основание уже залито новым бетоном и скоро снова станет пригодным для использования. Третья проблема, требующая срочного решения – неготовность водостоков некоторых домов к сильным дождям. Дополнительные каналы были установлены на доме номер 85 по улице Ленина после того, как выяснилось, что поставленных в ходе последнего капитального ремонта недостаточно. Все работы, которые связаны с подготовкой домов к работе в осенне-зимний период, ведутся в графике. Надеюсь, что до 1 сентября мы их завершим.